По итогам декларационной кампании 2022 года в налоговый орган поступило более 45 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Эта цифра на 3,5% превышает данные прошлого года. Такой рост свидетельствует о том, что налогоплательщики используют свои права достаточно активно. Условия применения имущественных налоговых вычетов имеют свои особенности. Имущественный налоговый вычет при продаже имущества, квартиры, жилого дома, дачного дома, земельных участков предоставляется в размере документально произведенных расходов, связанных с приобретением данного имущества. А при отсутствии таких расходов налоговый вычет предоставляется в размере 1 миллиона рублей. При этом обязанность уплаты доходов на налоги с процентов по вкладам банков возникает только с доходов 2023 года, что установлено статьей Налогового кодекса. Заполнение документов значительно упрощает программный продукт «Декларация», который размещен в свободном доступе на сайте ФНС России. Кроме этого, возросло и количество выданных в этом году электронных подписей – всего 9130 единиц. Данная услуга, как я уже сказала, предоставляется юридическим лицам. Подпись выдается лицам, действующим без доверенности от имени организации, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Услуга бесплатная и занимает не более 15 минут. Для этого необходимо подготовить нужные документы, паспорт, СНИЛС, токен, носитель ключевой информации и подать заявление через личный кабинет. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».